Всем привет, на связи IT-дистрикт. Я закончил все свои проекты, хотя предложения постоянно поступают, Но я освободился и по многочисленным просьбам я решил возобновить уроки информационные видео по Android разработке. Я многое переосмыслил. В этом видео я расскажу о том, как правильно стартовать в Android разработке, как через очень короткое время начать уже писать мобильные Android приложения, а не копить знания. Также я презентую свой новый курс по Android разработке, точнее его первый блок, а еще точнее я разобью курс по обучению Android разработки на мини-курсы. В общем, обо всем об этом будет в моем видео, но если вам не очень хочется смотреть все это видео то специально для вас я разбил это видео на главы по темам так что вы смело можете переключаться на интересующую вас часть видео а мы начинаем Перед каждым, кто приходит в Android разработку, становится задача построения плана обучения. То есть на этом этапе важно понять, что и зачем нужно изучать, чтобы прийти к результату как можно раньше. И вы начинаете гуглить тему, что должен знать Android разработчик. И это очень популярный запрос. К примеру, мое видео на эту тематику собрало 2457 просмотров, по сравнению с другими видео по Android разработке, которые собрали примерно 100-150 максимум просмотров. Кроме того, я заметил, чем далее выходят выпуски по обучению Android, тем все меньше людей изучают программирование. То есть в связи с неправильным подходом к обучению, получается такая ситуация, что вы начинаете изучать, изучать, изучать. И с мера изучения, с мерой накапливания знаний, а не практикой, получается такая ситуация, что у вас падает мотивация. Ведь возможно я открою вам секрет, но, но ключ к успеху в изучении Android разработки это быстрый результат на короткой дистанции. Что я имею в виду? Если вы изучаете Android разработку по неправильному пути, тогда складывается следующая ситуация. Вы изучаете одну тему, потом вторую, потом третью, при этом не видя конкретного результата обучения, ваш мозг начинает сопротивляться, не понимая вообще зачем это вам нужно. В результате многие бросают изучение. А нужно просто было идти маленькими шажками и практиковать сразу весь полученный опыт на короткой дистанции. А как все-таки правильно изучать Android разработку? Нет, я думаю всем понятно, что подходить к изучению нужно, например, запуск Android Studio и практикой по созданию экранов, то есть activity и фрагментов. Также нужно разобрать структуру Android проектов. А что потом? Вот тут большинство идут по неправильному пути, что приводит к плачевным результатам. В этот момент я просто убежден, необходимо изучать UI, то есть виджеты Android приложения, то есть визуальную составляющую приложения, но не просто классические виджеты. Они больше, они больше своей массе в коммерческой разработке вообще не используются, а необходимо изучать виджеты из библиотеки Google, которая называется Material Design. Ведь Google выдвигает рекомендации использовать именно эту библиотеку. Так что это за виджеты? Это модернизированные кнопки карточки, навигационные панели, меню и все, что вы видите в каждом мобильном приложении. И изучив эту библиотеку, вы сможете уже создавать простые мобильные приложения, а также создавать интерфейс сложного мобильного приложения. То есть вы получите тот самый короткий результат, который позволит вам двигаться дальше и не слиться на этом пути, а видя то, что вы уже можете сделать, вызовет у вас бурю положительных эмоций и восхищения собой, и именно эти эмоции позволят вам двигаться дальше и находить в себе внутреннюю мотивацию. И очень важно изучать и практиковать полученные навыки при разработке мобильного приложения. Но когда вы начнете изучать библиотеку на официальном сайте, то в очень многих моментах столкнетесь с непониманием, как все-таки функционируют виджеты этой библиотеки. Ведь и официальный сайт содержит сухие справочные материалы, а разобраться во всех деталях будет стоить вам очень много времени и сил. Мне на это потребовалось 3 месяца. Так что же делать? Я разработал обучающий курс ⁇ Материал-дизайн ⁇ на котором вы сможете изучить весь мой опыт по применению этой библиотеки и, поприк... и попрактиковаться, а также освоить первый свой скилл Android разработчика. Обучение происходит на закрытом сайте, с каждым учеником я общаюсь и работаю индивидуально, общение происходит по WhatsApp, не только в формате сообщений, но и живых разговоров. Да, то есть реально можем с вами созвониться и пообщаться. С программой обучения и со всеми деталями курса вы сможете ознакомиться по ссылке в описании. Как записаться? Все просто. Вы либо заполняете форму по ссылке под видео, либо на сайте презентации курса. Также можете мне написать в личку в социальной сети или на почту. Все ссылки есть в описании. После записи оплаты курса вы сразу получаете доступ на сайт со всеми материалами и проходите курс в оптимальном для вас режиме. Если возникают вопросы, то пишите мне в WhatsApp. Если захотите поговорить, то также пишите в сообщение и мы с вами договоримся о времени созвона. Все домашние задания также высылаются в WhatsApp, но если WhatsApp неудобен, то есть группа во Вконтакте или e-mail. Если обучение вас не устроит, то вы всегда в течение 7 дней со дня начала обучения можете запросить возврат средств. Кроме того, вы получаете бонусы. Создание полного плана обучения по Android разработке именно для вас. Дополнительные уроки по старту в Android разработке. Мастер-класс по работе со светлой и темной темой Android приложения. Как вы знаете, у пользователя есть возможность выбирать темный или светлый дизайн интерфейса с оболочки своего смартфона. Так вот, я научу вас, как подстраивать дизайн своего приложения под предпочтение потенциального пользователя, тем самым угождая ему. Чем хорош этот курс? Все материалы актуальны по состоянию на апрель 2021 года. Вы получаете не только опыт создания интерфейса мобильных приложений, но и образец правильного кода, который использовался в реальных коммерческих проектах. То есть весь материал проверен на опыте коммерческой разработки, и поэтому вы получаете стопроцентный результат. Также плюсом обучения является то, что вы всегда можете со мной проконсультироваться. Все обучение строится только на личном взаимодействии. В общем, вот такое предложение я подготовил для вас. Если интересны подробности или хотите записаться, то все ссылки есть в описании. Записывайтесь на курс и получите уже первый результат через несколько недель. А может быть и раньше, все зависит от скорости вашего, вашего усвоения и применения данных знаний. А на сегодня у меня все, всем пока.